С начала года на территории Ленинского района в огне погибло трое взрослых, а в Дмитровском районе в результате возгорания жизни лишились двое подростков. Они проживали в приемной семье. Связано ли случившееся с тем, что эта семья им была не родная, сказать сложно. Следствие по делу все еще ведется. Но дабы подобные происшествия не повторились, сотрудники МЧС провели в 7-й школе оперативное собрание, куда пригласили опекунов и приемных родителей, чтобы напомнить о правилах пожарной безопасности. Ребенка нужно обучать с малых лет, хотя чтобы он знал хотя бы номер вызова по телефону пожарной охраны, знал, что нужно делать в случае возникновения пожара и как его не допустить. Для этого родители и также сотрудники пожарной охраны должны проводить беседы и профилактические мероприятия. Спички детям не игрушка. Этому правилу нас учат с детства, но таких знаний противопожарной безопасности не хватает, чтобы уберечь себя и своих близких от беды. Статистика показывает, что большинство возгораний можно было бы предотвратить на первых стадиях, если бы люди знали, как вести себя при пожаре. В процессе вот сегодняшнего мероприятия на самом деле там были приведены очень ценные советы, скажем так, которые... Ну, может, где-то в подсознании отложится, и в случае какой-то там нештатной ситуации, наверное, будет правильная реакция на эти случаи, связанные с пожаром и, так сказать, с предотвращением этого пожара. Оперативный звонок в пожарную службу, соблюдение спокойствия, попытка погасить пламя самостоятельно, в которых вам помогут вода, песок, земля и огнетушитель. Вот основные правила при пожаре. Кстати, наличие в доме огнетушителя способно уберечь от несчастных случаев. Я уже как бы задумалась, что, может быть, на самом деле его надо приобрести в квартиру. Все то, о чем говорили на встрече, необходимо знать и помнить не только приемным семьям. Эти основоположные правила пожарной безопасности и поведения при возникновении возгорания следует запомнить каждому человеку. Юлия Погосян, Олег Левитин, Елена Кошелева. Видное ТВ.